Ассалам алейкум. Я только что проснулась. И знаете, я просыпаюсь в разное время. Меня раздражает, когда я просыпаюсь где-то в 10 утра, потому что я вообще просто никакая. Видите, да? Женщина никакая, блин. Я не знаю, мне вообще в этой комнате очень трудно засыпать, представляете? То есть у меня такого, ну, как бы не было никогда, чтобы вот в этой комнате я трудно засыпала, хотя это было раньше, я тут, ну, легко засыпала. Сейчас мне трудно засыпать здесь. Я привыкла почему-то к своей комнате. Не знаю, у меня здесь почему-то как-то все сжато. Именно имею в виду мышцы внутренние. Я не могу здесь успокоиться, как-то нормально расслабиться. Это немножко раздражает. Вот. И то, что здесь бегают кошки, у меня сердце уже не сердце, честно. Идут постоянно, бегают кошки. А у нас комната запирается. Здесь нет. Здесь она просто как бы закрывается, но не запирается. Она запирается. Поэтому как бы кошки только здесь прыгали по отцу, а там было все заперто. В общем, как раз сейчас... О, боже мой. В общем, сейчас как раз 10 с чем-то. Я сейчас приведу себя в порядок и пойду в магаз, ребят, потому что мне нужно купить крем. Может, если я не сделаю это сегодня, то... А еще мне, короче, ну, я же ведь начинаю потихоньку развешивать гирлянды и все остальное, и думаю, типа, блин, это рано. А в прошлом году я елку ставила 30 октября, ребят. Вот это я, конечно, зашибнула, потому что у меня прошлый год был хреновый, и я просто тупо хотела Нового года. Вот. Да. Капец. Ребят, ну, я, конечно, понимаю, но в каком состоянии, в таком я и состоянии, окей? Как бы принимайте меня такой, какая есть, потому что я нифига здесь не высыпаюсь. Вот, и, в общем, папа вчера приходит и говорит, типа, то, что уже поставили елки, уже все остальное. Я буду в магазин ходить, если там будут какие-то елочные игрушки и все остальное. А у меня нету денег, ребят, простите, это будет печально, потому что я каждый год обновляю игрушки. Хотя у нас елка в этот раз будет маленькая, но я тупо как бы обновляю, потому что мне это важно. Не знаю. Ну, уж игрушечку-то я за 6 рублей-то уж купить-то смогу какую-нибудь, или мишуру какую-нибудь, чтобы уж просто чисто порадоваться. Вот, так что я не рано начала украшать квартиры. Так что, кто украшает квартиры, отпишитесь мне в комментариях срочно, потому что мне очень важно знать, рано ли я начала украшать или нет. Но, смотря на то, что уже украшают некоторые организации елками, значит, не рано. Я просто не знаю, я не хотела рано украшать, но, видимо, нужно. Просто если бы за окном был бы снег, было бы легче. Реально. Вот. Так что все, ребят, просыпаемся. В общем, кошкам делается рыба. И вот что меня здесь раздражает еще, то что этот стол до конца идеально не ототрешь. То есть как бы здесь лучше клеенка. Но у нас та клеенка, она вся порвалась. А другую клеенку, короче, с ней такая жопа произошла. Я когда делала пироги, вот в этой вот штучке, вот, то я, значит, забыла и вытащила кипятковый противень прямо вот на эту клеенку. Ее расплавила всю к херам. Мне пришлось было ее выбросить, естественно. Вот, ну, я не знаю, у нас есть так-то клеенки в магазинах здесь поблизости, но, блин, у меня сейчас нет просто денег чисто, чтобы вот именно одну клеенку купить. У меня вот на крем-то еле-еле насобирала, у меня есть. Вот, а это так, вот. Фух, так что такие вот, ребят, дела. Я не знаю, на улице вроде как холодно, потому что дует. У нас здесь ничего нет, не заклеено, когда мы клеили еще в октябре. То мы убрали, потому что было очень сильно потом жарко. Мы об этом не подумали, а сейчас нам холодно. Ну, нормально. Вот, так что такие дела. Что у нас тут есть? Макароны с курицей. Вот, что еще там?
Я вам давно не показывала вообще-то холодильник, но я не знаю, есть ли смысл там что-то показывать, потому что если вы заходите на канал Кристи Карамелька, вы сразу должны обращать внимание, то, что если я показываю холодильник, значит, вы точно зашли к Кристи Карамельке, потому что термофишка, я теперь должна показывать вам холодильник, чтобы вы знали, что в нем находится. Это очень сильно важно для меня, понимаете? Да, поэтому вот. Я не знаю, ну, я пойду так-то в высшую лигу, там, по идее, должен на первом этаже, я пойду на второй, по идее, на первом этаже, где продукты, там должны быть елочные игрушки, что-то такое. По возможности я, наверное, сниму, я точно не знаю, блин, потому что если у меня по дороге тупо рука вся замерзнет, ну, хотя я, в принципе, в перчатках иду, в этих, как его, господи, магазинах, так сказать, в кавычках, вот. Так-то, по идее, я должна уже перчатки надевать какие-то, которых у меня нет. Я не знаю, где у меня все перчатки. Ну, в общем, нормально. Мнямка. Еще одна мнямка. И мнямка этим кошкам. У меня, короче, упала рыба вот сюда. Доброе утро, называется. Я, походу, чайник перелила. Чуть-чуть. В общем, сейчас кости все это разбираю. Это, кстати, специальная ложка, вы не думаете, это специальная ложка. У нас очень сильно много дачных ложек, которые нам не нужны, поэтому для таких вещей, продуктов, точнее, можно использовать. Ой, она такая горячая, это прям вот раздражает. Сейчас кушаем. Это еще ладно. Блин, а бывают такие кости здесь попадаются, что прям аж самой страшно это все трогать. Сейчас. Так, вроде бы как идеально все. Я у них, кстати, вот эту штуку, блин, вообще что-то не мою, как бы вот эту вот. У меня нету специальной губки, у меня все губки закончились, поэтому я и не мою. Вот. Ну, как бы вот, где она пьет воду, я ошпариваю кипятком, чтобы эта вся желтизна снялась. А из этой они все равно не едят, они только так любят есть, поэтому вот. Так-то я думала, чтобы помыть, но что-то не знаю. Поэтому, кто есть, приятного аппетита, пожелайте приятного аппетита. Мне будет вполне приятно, так что все, кушаем, кушаем. Капец, ребят, так холодно. Я, короче, оделась. Вот сейчас иду в магаз. Увидела комментарий, я так и думала, что будет такой вопрос. Типа, то, что... Господи, я уже не помню, но, в общем, я могу дать ответ. Мы работали вместе с мамой, и, ну, как бы я не работала там, я не числилась, что я там работаю. Я просто ей помогала. И потом просто мама не смогла уже выдержать такую, так сказать, сильную нагрузку физическую, потому что там объемы ого-го. Как бы раньше ей все удавалось легко, а сейчас нет. Ох, я могу быть запыханной, потому что я сейчас в маске, и поэтому я стала помогать ей. Вот. По первости, как бы мы все равно ходили вместе, она просто сидела и отдыхала там. А я мыла за нее. А потом там, ну, такая некоторая проблема случилась. Она вообще не смогла. И она просто сидела в машине, а я ходила уже как за нее одна. Вот, и поэтому того человечка не устроила это, и все, и мы уволились, потому что он начал ко мне приставать с вопросами, со всем этим, ну а я что, это терпеть все буду, и все, ребят, так и получилось. И по дому, так как мне все равно делать нечего, ребят, мне плюсом, я там готовить научусь заодно, что-то сделаю, поэтому я сейчас, так сказать, все делаю. И готовлю все, но вы не думайте, как бы она тоже готовит. Тоже там помогает. Просто я это не снимаю. Так что вот. В общем, мне сейчас нужно пойти в Дикси. Купить фрукты.
Ой, хотя на карте у нас всего 600 рублей, не знаю, смогу я это купить или нет, но, в общем, куплю. Вот. И потом еще в высшую лигу надо сходить. Посмотрю, что там как, и все. Вы, конечно, посмотрите, как я оделась, блин, это капец. Я же давно не выходила на улицу, даже не знаю, как еще. Фух, ребят, я уже закупилась, и на самом деле я не смогла снять ничего, к сожалению, потому что мне тупо неудобно, я же считайте, блин, с перчатками. Я еле-еле, блин, пакет для фруктов открыла, блин, он же тоненький. Фух, сейчас тащу, купила, вам покажу, что я купила. Наверное, маску там можно снять, я не знаю. Фух, а то сейчас говорят, нужно везде в масках ходить. Фух, я очень сейчас устала, потому что, ну, я не ходила столько по магазинам, именно не бегала. Сейчас могу, может шататься камера, потому что я еле-еле иду, ребят. Фух, на улице холодно очень, кстати. Вот, уже разукрашены в магазинах некоторых, кроме Дикси, чем странно. Десяточка, высшая лига, там уже все продается, всякие эти игрушки. Вот. А в других магазинах, вот именно, вот, именно Дикси, ничего не продается. Вот. Все, ребят, я пришла. Фух. На самом деле, я не могла никакие себе новогодние игрушки, к сожалению, купить. Потому что, блин, они по 69 рублей, по столько-то. Тем более, в маленьких таких магазинах, ну, там вот продуктовых, нет. Вот если бы там супермаркет, там бы, естественно, был бы выбор больше. Вы сами понимаете это. Сейчас я вся, блин, просто нагулянная, да. Вот, тут у меня сумочка. Там, короче, не видно. Все, ребят. Такие дела. Прём домой, моем продукты. Я не знаю, что буду делать дальше. Я не знаю, когда я рисовала на окнах рисунки. Честно, даже не знаю, нужно проверить. Может, рано, может, нет, потому что я хотела показать, как я рисую, если у меня что-то там получится. Да, кстати, я забыла в прошлом видео вам вставить рисунки, которые я делала на картонке. Если, блин, не забуду, вставлю, потому что у меня нету интернета. Интернет у папы, а там, короче, гигабайт много уже. Вот, а можешь работать надо, поэтому вот, ребят, все, прям. Я не знаю, на самом деле, купила ли я именно для Нового года то, потому что там ведь знаешь как, там типа сладкая кукуруза, не сладкая кукуруза. Но я, естественно, взяла сладкую. Нет, там есть без воды, а есть с водой. Типа с жидкостью. Поэтому вот. В общем, все, ребят, я вымыла маску, сама тут переоделась. В общем, значит, что я купила? Вот эти вот очень сильно вкусные. Я не знаю, та ли это марка или нет, мне кажется, это не та марка. Я вышла, лигу на первый этаж уже не стала идти, потому что уже устала, хотя, блин, ничего практически не купила, но все-таки, как бы, я не знаю, я помню, что упаковка была другая, не такая. Такая вроде не очень вкусная, я не помню, но вроде, ну, если что, если она мне не понравится, то я просто вышлю лигу как-нибудь, потом на первый этаж схожу, посмотрю, потому что пакетик был другой, но я просто их увидела и сразу купила. Вот, сзади вот такая вот шоколадная, в общем, штучка, туда ее высыпаешь, и очень вкуснятина. Это было очень вкусно, я помню, в 2018 году такую же покупала, пила, вот просто, я весь 2018 год, именно не весь, а вот летом я пила просто тупо вот, вот эти вот штучки, только название было другое, упаковочка была чуточку другая. Такого вроде желтоватого цвета, я даже не помню, честно. В общем, яблоки, потом апельсины, вот крем взяла, это салфетки, чтобы телефон протирать. Потому что видно, что у меня камера уже такая слегка запачканная. Это вот кошкам баночка, они такие любят, там по штетам вообще, они стоят по 41 рубль, тут по 29, поэтому как бы, вот. И вот такая вот кукуруза, в общем, будем вместе с вами собирать новогодний список, ребят, потихонечку. Я не знаю, кто так делает, может быть, некоторые люди тоже находятся, которые так делают, все заранее покупают, которые, ну, долго хранящиеся продукты. В общем, мы так делаем уже не первый год, поэтому мы так привыкли. В общем, кукуруза и горох. Вот, то есть, как бы это на крабовый салат, это на оливье, как бы вот так вот потихоньку будем собирать. Я в списке зачеркну. Вот, дальше нужно еще яйца там покупать. Ну, в общем, так потихоньку будем собирать сами вместе список. Вот, сейчас я это все разберу. Потом вот это, ребят, мы попробуем, как бы. Я оценю, вам скажу. Вот, и все.
Вот такие дела, ребят. О, посмотрите, какая красотища, красотища. Вообще, у нас есть еще второй холодильник, и я хотела отделить, то есть, новогодние продукты именно вот сюда. Вот холодильник, нужно с ним разбираться, его нужно протирать чуть-чуть. Ну, то, что это все, вы не обращайте внимания, это все старое, естественно. Там просто есть пыль, можно, ну, как бы мама его протирала, но там нужно как бы чуть-чуть еще протереть его и определить, на какой розетке он будет хорошо работать и не замыкать, потому что у нас здесь, блин, самая такая хрень, то, что замыкание, вот это все. С этим нужно разбираться, то есть нужно тоже определить, потому что, чтобы вот эти вот продукты тупо не стояли в том холодильнике. Вот, то, знаете, когда не будет вообще еды, и тут, допустим, стоят вот эти вот, это, конечно, ну, сами понимаете, что может быть. Поэтому нужно убрать вот сюда обязательно. Да, это я бы тоже куда-то определила. У меня просто, понимаете, вот не столько много места в этом шкафу. Вот в этом шкафу у меня много места, но там я разбирала, но банки это все не уносили. У меня просто нет столько сумок, нет столько больших пакетов, чтобы это все распределить. Поэтому я хочу к Новому году просто заняться именно, ну, так сказать, какой-то вот плохой энергии именно, хочу ее убрать отсюда вообще, чтобы она здесь не была, именно какая-то прошлая энергия, может даже неплохая, просто прошлая энергия, чтобы она здесь не была, чтобы как раз от этого освободиться больше места, вот, и там еще у нас, в нашей комнате мы проводили трансляцию, там тоже нужно убрать со шкафов, просто мне нужны пакеты, и нужно сразу определить, куда я это все буду ложить, потому что у меня не столько сумок, у меня не столько там, знаете, там пакетов и всего остального, поэтому это тоже нужно как бы понимать мне. Вот, и тут у нас суп. Вот это. Да, сейчас, в скором времени я попробую вот это и вам скажу, вкусно это или нет. Потому что я не помню, честно, пробовала это или нет, но мне кажется, что пробовала. Но мне вроде как не понравилось, но попробуем еще раз. В общем, знаете, в чем минус этих пакетиков? Я не прочитала, там растворимый кофе плюс порошок какао и все остальное. А мне нельзя кофе. Я не знаю, в общем, посмотрим. Потому что, по идее, мне кофе вообще нельзя, как бы, ну, на то время, на раньше. Я просто не пила, хотя я раньше пила. В общем, тут такая путаница маленькая. В общем, я не знаю. Как бы я сейчас попробую. Что я купила, считайте, два пакетика, если считать еще плюсом этот. Я покупала другой пакетик, там не было кофе растворимого. Вот, так что это нужно высыпать сюда. В общем, она очень нежная, очень. В общем, я открыла. И тут можно как угодно, ребят, всыпать. Даже, кажется, если у вас есть какой-то трафарет, то можно что-то нарисовать. Но мне это без разницы просто. И тут можно, к примеру, что-то нарисовать. В принципе, когда я покупала раньше такую фигню, то легко было рисовать. Тут нет. В общем, если был бы трафарет, то можно было что-то интересное, прикольно нарисовать. Ты главное стоишь такая. Ты тоже ждешь, чтобы я попробовала, да, что? Нет, я не могу. Так, на. В общем, ребят, вкус вообще отличается. То есть, тот, который я покупала в 2018 году, не было такого привкуса кофе, галилового кофе, не было. Просто было обычное, не знаю, какой-то вкус такой, но, в общем, было очень вкусно с такой ванилькой, там было больше ванили. Здесь больше кофе. И а что здесь выигрывает? Это выигрывает пенка, которая очень сильно... Спасибо за суп. Ну, просто тает во рту, как бы вот. А так, если пробовать, то это просто галимый кофе. Я не знаю, можно мне его или нет, потому что у меня от кофе раньше поднимался пульс, поэтому мне его запретили пить. Я не знаю, можно ли мне его сейчас пить, на самом деле, как бы я его давно не пила. В общем, посмотрим, ведь я так по чуть-чуть буду пить, дальше мы проверим. Но на самом деле это... На любителя. Кто любит кофе, ребят, покупайте смело. Я лично уже от кофе отвыкла. И это просто обычный кофе, который я пила раньше. И все. Как бы вот так.